Товары из Индии отличаются не только своей яркостью и самобытностью, а еще отличным качеством. На выставку в Рязань привезли знаменитые индийские ковры. Они разных размеров и расцветок, а потому могут украсить любую комнату. Они удобные, они мягкие. Самое главное, что они натуральные шерсть. Это из Кашмира, который и там делают эти ковры, руками делают. Из Кашмира привезли индийские платки и шарфы из шерсти и шелка. Они также сделаны вручную. Однажды купившие такой товар всегда возвращаются, рассказывают организаторы выставки. Это не восточная магия, просто вещи из натуральных волокон долго служат и радуют своих владельцев. Найти на выставке можно индийскую косметику и известные БАДы Хималая в основе лечебной травы. Крема тоже все натуральные, только травки в составе. То есть вот этот используется при мышечно-суставных болях. Есть разогревающие, есть охлаждающие. Для любителей чаепития более 20 видов чая из провинции Ассам. Крупнолистовые, из среднего и мелкого листа, гранулированные. Есть чай без добавок и с натуральными ароматизаторами. Это черный крупнолистовой с золотыми типсами. Типс – это два верхних листочка плюс не раскрывшаяся почечка. Это ассамовский чай. Вот такой чай называется чайная диска шампанская. Кроме того, на выставке продажи представлен большой выбор сумок, косметики, бижутерии. Эти все товары из Индии, которые самые отборные, которые самые лучшие, там считаются, мы сюда привезли, чтобы люди их увидели, захотели, купили. Выставка продажи сокровища Индии работает ежедневно с 1 по 17 марта. Рязанцев ждут с 11 до 19 часов на третьем этаже ТРЦ «Премьер». Денис Ляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».